Вы знаете, на телевидении два варианта работы. Один тупорылый, типа я крутой, а все остальные нет. И правильный. Как я работаю. Я показываю результат. А результат оный. Я лечу своего сына в острых случаях только здесь. Мы действительно не стоим на месте, мы действительно движемся, мы действительно думаем о том, что с одной стороны качество и доступность оказания медицинской помощи, а с другой стороны условия, при которых эта помощь оказывается. И мы, соответственно, создаем эти условия. И вот вы видите сейчас вот эту регистратуру, которую мы создали буквально в конце прошлого года, и она уже работает. И я еще хотела бы вам показать в целом центр, и я думаю, что у вас будет возможность спросить родителей, спросить пациентов, которые сейчас находятся в этом центре, насколько их удовлетворяет то, чем пользуются они сегодня, и то, что доступно для каждого из тех, кто приходит, переступает порог этого подразделения. Сегодня мы не будем говорить, но суть событий проста. Магнитогорск реально круче по выживаемости наших салопедов. И мы, по сути, равняемся на столицу нашего государства. Почему мы сюда пришли? Ну, мы сюда пришли на реабилитацию. У нас очень сложный перелом локтевого сустава, поэтому мы здесь. Хорошо получается реабилитация? Очень, очень, правда. Результаты видны, прям вот здесь уже действительно лицо видно. У нас ручка не сгибалась, не разгибалась, сейчас мы уже почти ее восстановили. Ощущения очень даже такие положительные, не могу его сюда, отсюда даже вытащить. То есть он специально мне говорит, давай, мам, приедем пораньше, чтобы я побольше поплавал. И получается? Получается. Вообще хорошо, что здесь такая штука? Конечно, существует. Конечно. То есть мы будем говорить о том, что в принципе... А мы будем думаем о том, что с ребенком сейчас немножко другое отношение, чем было лет 10-15 назад. Да, более внимательное. И это сказывается на динамике, динамика на лицо. То есть вот мы второй сезон уже сюда ходим, у нас пропали судороги. У нас в нижних конечностях были судороги. И сейчас они пропали. То бишь, все совсем по-другому. Мы в нашем городе работаем лучше, чем в 80% территории России. И говорить про нас бяку я бы не советовал. Да, мы работаем на перспективу, и она у нас есть. Как вам здесь хорошо? Очень. Очень хорошо. Нравится? Все здорово. То есть все хорошо, да? Все хорошо. Все устраивает. Ремонт отличный. Все замечательно. Персонал очень хорошо обслуживает. То есть можно сказать, что вы отдыхаете вместе? Да, да. Все помогают, все объясняют, все процедуры делают. Общение великолепное. Все круто. Спасибо.